которые с начала ковида беспрерывно выступали на телевидении и радио, информировали наше население о ковиде, о мерах профилактики, о вакцинации против COVID-19. Также хочу сказать слова благодарности нашим медицинским работникам, которые оказывали медицинские услуги нашему населению. Значит, основной большой вклад, значит, наш проект внес на, для того, чтобы разработать нормативные документы, то есть разработка, адаптация клинических протоколов поддерживал наш проект, разработку стандартных операционных процедур, создал мультидисциплинарные команды, наверное, многие из вас слышали об этом, по всей республике, во всех регионах были созданы мультидисциплинарные команды, внедрена модель универсальной медстанции в 4 стационарах республики. Респект Сухайдарович.